мир, возможно, даже вся Земля, были бы совсем другими. Гарри сделал глубокий вдох и сконцентрировался, слегка улыбнулся. В какой-то веке он не чувствовал себя обделенным при распределении мистических способностей. После почти месяца работы, подчиняясь скорее внезапному порыву, а не основываясь на реальных подозрениях, Гарри решил вызвать в себе холодную ярость и опять попробовать упражнение из книги по окклюменции. К тому времени он уже почти не надеялся, что это сработает. Но попытка не пытка. Сложнейшие упражнения из книги он проделал за 2 часа. На следующий день Гарри подошел к профессору Квиллю и сказал, что готов. Как оказалось, его темная сторона очень хорошо притворяется другими людьми. Гарри воскресил в памяти, как он впервые полностью ей открылся. Это воспоминание служило ему спусковым.